Правила готовы. В ходе вступительной кампании разработчики новой редакции правил приема попытались заинтересовать молодежь в получении специальностей, востребованных на рынке. Как это будет, узнавала Татьяна Пудова. Для выпускников начинается финишная прямая. Последний месяц в школе и новая взрослая жизнь. Первое зрелое решение – выбор профессии. Радикальных изменений в условиях приема в вузы не будет. Об этом сообщили на заседании круглого стола, организованного порталом 63.ru. В Самарской области более 15 тысяч человек будут сдавать единый государственный экзамен. И в рейтинге предпочтений абитуриентов на первом месте стоит обществознание, а на втором – физика. Это связано с тем, что сократились бюджетные места на гуманитарные специальности. Приемно-технические, наоборот, увеличен. Можно было проводить это сокращение, видимо, путем повышения качества их обучения. Это первое. То, что у нас появится много технических мест дополнительных, ну, вряд ли это компенсирует, потому что сегодня все-таки в массах есть желание учиться на гуманитарные специальности. Они видят, кто зарабатывает больше. В каждом вузе свои изменения. О них можно узнать на сайтах учебных заведений. Татьяна Пудова, Александр Каракулько, новости губернии.